All right, Sabina, thank you so much for joining us. First gold in a Grand Prix. Tell me, what does this medal mean to you? Сабина, поздравляю вас. Первая золотая медаль на Гран-при. Что эта медаль значит для вас? Ну, для меня эта медаль, как бы я очень сильно рада, но она ничего не значит. Нужно еще больше упорнее работать и тренироваться, чтобы это была не последняя медаль. This medal doesn't mean much for me because I need to continue training and preparing for other competitions and I work harder. So three Russian golds tonight. I would say it was Russian domination. Tell me about your team dynamic and what's the secret? Три золотых медали для российской команды сегодня. Расскажите нам о вашей команде, как вы это делаете. Да, действительно, сегодня у нас команда просто, как сказать, очень здорово отборолись, то есть в каждом весе, и в каждом весе у нас золотая медаль. Ну, не знаю, я думаю, просто русские у нас самые сильные, и они это доказали сегодня. Вот, все. Yes, indeed, the Russian team was very strong today. We got three gold medals, and well, Russian team is strong, and they proved it today. So tell me, you mentioned Tokyo next year. How are you going to work with your team to prepare for the Olympics next year? Как вы будете готовиться к Токио со своей командой, к Олимпийским играм в Токио? Ну, у нас также будут сейчас проходить турниры отборочные, Гран-при и Гран-шлем. Также у нас будут международные лагеря. Ну, пока план еще конкретный не знаем. Вот сейчас приеду и поеду на сборы, и там дальше будет все видно. We have different tournaments coming, Grand Slam and Grand Prix, also different training camps. I don't know exact plans yet, but after this event, I'm going to the training camp and we'll see after. All right, thank you so much, Sabina. Congratulations once again. Спасибо, поздравляем еще раз. Спасибо большое.